Относительно изображенной на этом портрете особы возникла путаница, когда в XVIII веке предприняли инвентаризацию фондов будущего музея Лувра. Картину, авторство которой тогда не приписывалось Леонардо да Винчи, идентифицировали как портрет мэтрессы Людовико XIV, вышедшей замуж за месье Феррон. Когда же установили имя настоящего автора портрета, в изображенной на нем признали Лукрецию Кривелли, одну из последних мэтресс Лодовико Моро, однако название «Прекрасная Ферраньера» за картиной сохранилось. Леонардо сумел вновь обрести благорасположение Лодовико Моро, написав роскошный портрет его новой мэтрессы. Гордая уроженка Ломбардии Лукреция Кривелли была последней из известных нам фавориток Моро. Этот портрет ассоциируется со скульптурным изображением – бюстом. Таков динамизм сосредоточенного взгляда глаз, обращенных в сторону права от зрителя, словно передающих за пределы пространства картины некое, невыраженное словами сообщение. Как и в «Даме с горностаем», изображенная увлечена неким внешним событием. В обоих случаях эти женщины как будто чего-то или кого-то ожидают, или же к чему-то или к кому-то прислушиваются. Вероятно, их внимание приковано любимым человеком. Эти глаза, обращенные вовне, молчаливо указывают на вездесущего герцога. Лицо повернуто к зрителю, но немного вопросительный взгляд уведен в сторону. На макушке дамы надет головной убор, называемый скуфия, чепец, а ее лоб украшен ферраньеркой, которая завязана позади и украшена камеей или драгоценным камнем по ломбардской моде. Дама одета в платье терактового цвета, написано на черном нейтральном фоне. Снизу фигура обрезана парапетом, что является традиционным для миланских портретов. Ожерелье, несколько раз обмотанное вокруг ее шеи, контрастирует с квадратной линией выреза и орнаментальными рукавами. Ее волосы разделены на прямой пробор и спускаются на уши. Именно тогда Лодовико Моро болезненно переживал неожиданно постигшую его трагедию. Беатриче Деста, его молодая 22-летняя супруга, беременная их третьим ребенком, измученная непрерывной чередой праздников, распорядителем которых был Леонардо, внезапно почувствовала себя плохо как раз в то время, когда она от всей души веселилась, резвилась и танцевала. Она скончалась прежде, чем успели оказать ей необходимую помощь. Так 2 января 1497 года Милан потерял свою герцогиню, а Лодовико – супругу, которую он беспрестанно изменял. Внезапная кончина Беатричи едва не подкосила его. Он вдруг почувствовал раскаяние за все свое греховное прошлое и обратился к религии, удалившись в монастырь Санта-Мария-де-ля-Грация, украшенный тайной вечерей. Там он похоронил свою супругу, возле которой собирался и сам обрести вечный покой. А пока что посвящал все свое время усердным молитвам в стенах монастыря, который должен был стать семейной усыпательницей рода Сфорца.